Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Состав Баварии. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Состав Баварии. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Судя по всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча... Первый тайм начался. Бавария отобрала мяч у соперника. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Леон Горецко. Джошуа Кимих. Нет, не дошел этот пас до адреса.